Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и сегодня вместе с вами хотел бы произвести субъективное сравнение двух стран, таких как Белоруссия и Эстония. И прежде всего извиняюсь перед теми, кто из всего приходит в раздражение, конечно же, этого не надо делать. Иногда люди думают, что сравнивают велосипед и автомобиль, но на самом деле сравнивают людей, которые имеют автомобиль или велосипед. И оказывается, что человек, который имеет велосипед, более здоров, более счастлив, чем тот, который имеет автомобиль. Но сегодня мы не будем много мудрствовать, философствовать, обратимся к сухим цифрам и произведем небольшое сравнение этих двух стран по 15 критериям. Территория населения Белоруссии 207,6 тысяч квадратных километров территории и население 9,5 миллионов жителей. Эстония 45 тысяч квадратных километров и 1,3 миллиона жителей. Религия и национальный состав обе эти страны христианские. И в Белоруссии 80% белорусов, 13% русских, 4% поляка, 3% украинцев, 70% считают себя православными христианами, а 20% католиками. Эстония – это христианско-лютеранская вера в основном у людей. 69% составляют эстонцы, 25% составляют русские. И примерно половина жителей не считают себя верующими вообще. И такое тоже имеет место быть. ВВП на душу населения и места по рейтингу в мире. Белоруссия занимает 95-е место по рейтингу, и ВВП составляет 17 500 долларов. А Эстония занимает 27 место в мире, и ВВП 29 500 долларов. Средняя заработная плата, конечно же, как температура по больнице, да? И в Беларуси это 450 долларов. Высоко считается заработная плата 800 долларов и выше. А учителя и врачи в Эстонии, в Беларуси, зарабатывают всего 300 долларов. Средняя заработная плата в Эстонии, она увеличилась. И на начало 2018 года составляет 1242 евро. Минимально принято считать 470 евро, а оплата работы в час составляет 7 евро. Продолжительность жизни. Вот здесь очень интересные места. Эстония занимает 86 место в мире по продолжительности жизни. 67 лет мужчины и 78 лет женщины. Белоруссия занимает 111 место, и живут в среднем мужчины 64 года, а женщины 76. Жилье в ценовом диапазоне. В Белоруссии 1 квадратный метр стоит примерно 850 долларов, а дома в больших крупных городах стоят от 125 тысяч долларов и выше. Что касается Эстонии, то в Эстонии 900 евро за квадратный метр, но можно найти дома и даже квартиры уже от 15 тысяч евро. В самом Таллине, в столице, 1 квадратный метр стоит 2000 евро. Продукты питания, я, как всегда, беру 4 продукта питания. Это хлеб, мясо, рыба и яблоки. Я перевожу на русские рубли. Хлеб в Белоруссии 27 рублей, мясо 370 рублей, яблоки 59 рублей, рыба 300 рублей выше. Эстония. Мясо 425 рублей, рыба от 400 до 900 рублей, хлеб 82 рубля, яблоки 93 рубля. Безработица. В Беларуси официально безработицы нету, но
Неофициальные данные говорят о том, что 15% белорусов не имеет работы. И они уезжают на заработки в Россию, Польшу, Прибалтику. Официальная безработица в Эстонии составляет 6%. Медицина, как платная, так и бесплатная, она в обеих странах. В Беларуси 4 университета с медицинскими факультетами и 14 колледжей, которые готовят средний медицинский персонал. В Эстонии УЗИ стоит примерно 16 евро, роды 1000 евро. И есть как платные возможности для лечения в Эстонии, так и бесплатные. Детские сады. Частные и государственные есть в обоих странах. И в Беларуси частные детские сады уже начинаются от 140 евро и выше, а в Эстонии это 330 евро в месяц и выше. В Эстонии также существуют детские пособия, которые равняются 55 евро в месяц. Школы бесплатные в обоих странах. Вузы как платные, так и бесплатные. Один семестр в среднем в Эстонии обучение стоит 960 евро. А в Белоруссии примерно 1000 евро за год обучения. Интернет. Цена интернета в Белоруссии в евро это минимальная 4, средняя цена 8-10 евро в месяц. Мобильный интернет. Что касается Эстонии, цена мобильного интернета колеблется от 10 до 20 евро в месяц. Рождаемость. В Белоруссии коэффициент 1,7 выше, чем в Эстонии. В Эстонии 1,5. Пенсии. Минимальная в белорусских рублях это 172 рубля. А на русские деньги это примерно 5000 рублей, что составляет около 80 евро. А в Эстонии средняя пенсия это 400 евро. И, наконец, отдых. Отдых на 10 дней из расчета отель плюс трехразовое питание плюс туристические мероприятия в Беларуси 600 евро, а в Эстонии 500 евро, чуть дешевле. Вот такой обзор сравнения. Порассуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.